Трудовые мигранты из стран ближнего зарубежья сегодня штурмовали Центр миграционных услуг Алматы. Тем самым иностранные граждане хотели продлить разрешение на работу на территории нашей страны. Вот только с большим наплывом людей в правительстве для граждан не справились. В чем причина сезонного ажиотажа, выяснял Ануар Мангельдинов. У входа в центр миграционных услуг буквально яблоку негде упасть. Чтобы успеть попасть в здание, люди сюда приходят с самого раннего утра. По словам трудовых мигрантов, из-за большого скопления населения здесь на улице образовалась беспорядочная очередь. Такой ажиотаж у здания центра миграционных услуг наблюдается вот уже второй день. Но многие из собравшихся так и не получили необходимую услугу. Я два раза приезжал, но невозможно прорваться просто сюда. Вот толпа стоит, даже спросить что-то это невозможно. То есть вчера я здесь был, и сегодня я опять пришел. Вот пересдачу мне надо сделать. Но я сюда уже даже не смог попасть, потому что вот все на улице. Я даже выяснить не могу, что происходит. То есть что мне сделать, когда прийти. 6 утра, да, здесь стою, где-то полчаса назад сказали, что можно сдавать документы. Вот еще час жду, час. Нету, зайду туда, милиция стоит, говорит, идите, ждите еще. Вот ждем, не знаю, что делать. Для того, чтобы уменьшить очереди, делается все возможное, заявили в Центре миграционных услуг. За вчерашний день специалисты приняли около 700 человек. В центре считают, что наплыв иностранных граждан связан с открытием сухопутных границ. Одной из причин также называют передачу полномочий обработки данных из одного ведомства в другое. Раньше трудовых мигрантов обработку осуществлял орган МВД, то есть миграция. Сейчас пошла передача в Минтруда, и у нас время оформления каждого трудового мигранта увеличилось в разы. Получается, если раньше мы принимали одного человека 7-8 минут, сейчас до 25 минут доходит. Корректировки идет несовпадение с паспортами данных. Паспортные данные не совпадают. В связи с этим, получается, мы должны каждого мигранты еще раз дополнительно принимать на корректировку. Сейчас прием осуществляет 24 сотрудника Центра миграционных услуг. Завтра планируется задействовать дополнительно 10 специалистов. Ануар Мангельдинов, Гани Калуев, телеканал Алматы.